наших двухсторонних отношений. Они потому что за Израиль, когда мы это яхасим шелану билатералим. И конечно у нас у всех большая миссия сегодня вспомнить о жертвах Холокоста. Кому нахну, а ему нахну маскарим это курбанот шелешуа. Хочу вас поблагодарить, уважаемый господин министр и премьер-министр, и хочу поблагодарить вашу супругу Сара. Спасибо вам за приглашение и за гостеприимство. Анцелю дед от памле квод рошемам шелану гамле рейото, але азмана левакер бы Израиль. Туда раба. Туда раба. Спасибо. Туда раба. Большое спасибо вам.